11'tir. Отключаюсь. Здание. Дотка в доске, чтобы смотреть дотку, когда смотришь дотку. И микрофон тоже, да, рабочий? Сейчас, да. Мы нажали, да? Все нажали. Молодцы какие. Наконец-то Дейли на Тинька. А кто мид нажал? Подожди, что это фигня? Хотя можно всегда в Харлайн пойти, давай. На
себе можем, да. Это же... Это же 4500 гейм... 4000 гейм... 3500. Деньги, это я нажму пару кнопок. А тебе базиликс нужен сразу же. Еще не сложно. Сильная базилка и тангоса. Все нажму. Я, кстати, графики своей последней игры не смотрел. 1.17 на Баратуме, да? А? Так. Возите вас? Что-то интересно на твою. Что-то интересно на твою. Что-то интересно на твою. Уже можно этого стрижитаем, я уже устал от него. Что-то интересно на твою. Уже можно этого стрижитаем, я уже устал от него. Что-то интересно на твою. Че, какие у нас шансы против Лига? Можно этого стрижать, наш обойдем он устал от него. Вообще большие. Ты же Базилиус. Потом. Будет, будет. Так, в зависимости от того, что... В зависимости от того, что скачал снайпер, вкачал снайпер, мы... Как бы... То есть и сильнее, и слабее можем одновременно быть. Forward, 30 seconds to battle.
Опа, у меня есть стрелка. Да. По ситуации. И у меня 8. Забираем, забираем. 3. Если попал, был бы даблкил, конечно. Но он, видишь... А у тебя время стана одинаковое всегда? А, у тебя всегда 1 секунда, то есть мне надо... Ну, просто ты рано дал, потому что у меня еще был КД, понял? Я уже думал, как раз запущу одновременно с тобой. Иди отпивай под базилкой. Я могу через санаторий, могу через домой. Наверное, через домой схожу. Я цирклет куплю там на батаре, на эту самую. У нас уже 1 зритель на ютубе. И 4 на твиче. И 5 на сайбергейме. Я не знаю, что это такое. Я рестрим его, это я еще понял. Так, от Пашки посмотрели, теперь посмотрим от Ваньки. Я готов. Прямо сейчас. Кто? Рейндропсы очень дорого стоят. Ну, да, манго сильный. Ты к умным или к красивым? Нет, это минимум полчаса. Как бы, ну, ты можешь выйти сам. Не в смысле, что я тебя хочу обидеть или не хочу провести. Просто мы вмазались. Да? Ну да, вряд ли раньше. Обнял. В смысле, все крипы мои, ни одного не пропустил. Вот серьезно, просто ни одного не пропустил. В крипа попал. Даже ни батарейку не смог проклазать. Mm-hmm.
А есть 150. Ну сладкий там вообще буболех. В смысле, мы оба умерли? Я только умер. Плохо там, что там крип подставился. Я же Мираной вообще не играю, я не очень ориентируюсь, как стрелку нажимать там. Сорок у меня есть. Не называй меня так. Не было, да, Настон? Хотя вроде было. Ну, просто я, наверное, моноботинки буду брать. Я знаю. Наш, не нашего. У меня не будет 100 копеек, да, на ботинок. Хороший план. Просто я тогда сейчас возьму моноботинки и контур тоже возьму. Моноботинки есть. Ебать, у нас еще и тайд тоже. 4 вверху. Что не купил? Я сказал, я не куплю. У меня моноботинки. И потом сказал, после моноботинок куплю. Да, может, видно же, что я фармлю. У них нет тут вижена. Вот где у них вард. Вот, вот там, где ты прошел, тут как раз варда стоит. Судя по всему. Не факт, но... Мне так показалось. Готов. Да все, можно, можно.
on track. What took you here? To the battle. Не, вообще нигде никакого вижу. Ну, и возможно. Since you command. We ride. Причем с Дастом, понял, на случай моей ульты. Блин, нас всех ебут, конечно. А у нас хоть кто-то убивает? Нет, только мы. Нам теперь умирать. Forward. Я уже думал об этом. Since you commanded. Ну, я бы даже сказал, нужно. Я не уверен, что прям в центре. Ну, возможно, я, может быть, просто здесь. В смысле, не ульту закончилась уже, да, уже. Да, 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 уже закончилась в тот момент. Она длится всего ничего, там, 15 секунд. Пока мы топали отсюда до сюда, прошло 10. И Эмбер Шпирит уже у нас. Боже, у нас все пятеро были. Прям саблю? Command.
Луна, блин, с этим самым... с... доминатором. Пока не выиграем. То есть, скорее всего, пару дней. Да, начинай. Мы у нас вообще только 15 минут. Ни хера еще не ясно. Не могу ничего сказать. Есть, есть. Рэмбо. 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 As you will it. Рэмбо. Мы даже не космически сильно проигрываем, оказывается. Не, мы проигрываем, на самом деле. На самом деле мы проигрываем. Да у меня так-то есть варды. Да я не брезгую повардить. Ого, блядь, я липнулся. Все охуели, наверное. Одного в другого и даблстан? Нет. Плохой был бы план. Ну ты очень плохо сыграл. Ну, они законтролировали. Но ты мог, как минимум, я же говорю, попробовать одного убить. Да нет, снайпер стоял вот тут, а ты это мог сделать вот тут. Нет, конечно, не тайна. Да мог ты тоснуть Shadow Demon в... Это нечестная хуйня, короче. Good idea. Лич? Чуть не очень. Since you command it.
это не, я не знаю, вариантов победить нету. Вообще нету. Как мы это можем выиграть? Блять, ну вот эти варды я все поставил, и контрварды я поставил. Ну-ка, их уже сняли. Вообще, я имею в виду, за всю игру что-то ставил только я. Good idea. Your top tower is under attack.
command it. Of course. Тоже не знаю. The enemy's top tower has fallen. On track. On the prowl. Так, Шиву сейчас возьмем, да? Agreed. Your top tower. Thank you.
Сделаю как-то углями слишком сильно. Углями, я говорю, очень сильно зэп сделаю. Да, но это все очень дорого стоит тем, у кого... Нам, скажем. Тем, у кого не очень дело с деньгами. Угу. Медузе. To the battle. Ну, я-то бы кого никогда не накуплю. Ну, типа такого, да. А ты, блин, не со странными? Красные ботинки БКБ. Yes.
be for us. As you will. Good idea. Agreed. Ah. Good idea. As you will it. Я мискликнул и три варда поставил. Да, наверное, же этот самый.
от себя, конечно, надо было. Ты кинуть от себя же, говорю, надо было. Я знаю, но ты же его подкинул, значит, мог и кинуть туда, к баракам. Вот это хуже. Если бы он был 0.11.48, то ладно, блядь, но 0.11.4. Да. Просто реально, мне кажется, Родик на Личе играет лучше. Лич 0.11.4 сыграл. 0.11.4. Да. Пойду почитаю гайды на Миранку. Не, это что-то да, совсем плохо было. По линии все понравилось, не понравилось, только она хочет какую-то, ну, динамичнее музыку. И, в общем-то, я и предлагал динамичнее, но ты что-то у нас, блин, все решили, что другое. Где-то я находил, кстати, что-то похожее. Степ.
Все нормально. Тот же? А, не за нас, в смысле, он и не за них, как бы, да? Жаль. Иди делай, я пикну. Иди делай, я пикну. А мне можешь не делать.
ride. Of course. А чё мы сюда не идем? Did Lord go on contest? The battle begins. Forward by bounds. At last it's time. Yes. As you will it. Ah. Начало сразу на выведочку. Че вайпер сломал? Вайпер взял баунти? Наш вернулся, их не вернулся. Все супер. На победку снова. Блин, мы когда-нибудь выиграем в эту страшную игру, блин, или нет? Блин, а как? Лайвстриминг делать, блин, ВКонтакте. А? Не, ну у них-то понятно, что у них есть ВКонтакте. Ну, я тут магину выигрываю. Такое. Питлорд к вам пошел. Charge now. As you will it. Mm-hmm.
это подъем. Я ему даже банку не сбил. Хотя липнулся правильно. Я за баунти и подтянусь на санаторий через 5 секунд. Жду. А кто у них лесной? Никто. Иду. Death Prophet missing, be careful. Rubik is mid, so... I don't know if she's trying to gank some. Не, этих мы не убьем. Иди, дай мне устан, я попробую попасть. Help mid, help mid. Да можно. А вот то, что, конечно, планирует. Чудно, еще один станчик попробовали накопить. Не, его стан не стопает. Пока в кустах. Двух крипов моноботинки. Уже не будет. Хотя, вот это да, сегодня будет. Можно. Это, конечно, очень лоу. Да, блин, это односекундный стан, понял? У меня прорисовка только запуска стрелы полсекунды, наверное. Четвертый, брат, рутеж, стой. Маги на шестой, ну да, нормально. Ну вообще так дела не очень. How many fucking attacks can you? Бара, наверное, тут уже. Agreed.
Он просто без ботинок, но с перзаком. Его бы хоть разочек убить. Та-да. Forward by balance. Your top tower is under attack. Since you command it. Leap forward. Perfect. Start. Good idea. Hey. Forward. Denied. It was not luck, but skill. Good job. Просто максимально эффективное использование скиллов. I'm very low, get back. He's gonna charge. Get back. A fine crater. On track. Since you command it. Your right tower is under attack. Good idea. Звучит, как вроде Витя совершил какую-то хуйню очередную. Тебе надо на шрайн? Нет. Не очень. Пожертвовал собой ради антимага. Сзади бара. Умрет, по идее. 100%. Так еще ничего.
Всем привет, дорогие стримеры, рад, что... Дорогие зрители, в смысле? Дорогие стримеры, от дорогих стримеров. Мы все так же в битве за ачивки. Играем, правда, ранкет сейчас. Страдаем, играем. Не, ну хоть и учимся играть на необычных персонажей. Покажи, да. Я как бы тоже, ты знаешь, Мираны играют. Это третья моя в жизни, наверное, игра. Ну, я стараюсь. Давай. И 7, это еще ничего, у нас 0.11, пацаны все катают. Согласен. Попал. Я скоро гоним. Просто плохо, что у вагины уже фурочка. Killer.
Ну, кстати, я потестил санаторий в натуре в два раза быстрее фонтана. Bottom tower has fallen. Forward by hands! Спусти вайпера. Да, не спусти. Я буду рядом. Не, я на всякий случай, вдруг там по тебе какой-нибудь бара продолжил. Понял. Кто? Не, ну пока Магина без. С моей ультой мог быть связан. Сняли.
Магину, к сожалению, не убили, хотя я в него так классно попал. Супер стрелкой. Ну так, дело за мало. Плохо, что Магина не нашлась. Кто там шо? Стрелка. Forward by bounds. Shadows take us. On track. Витя кальян нам принес. Он, наверное, уже не работает, да? Илон Маск? Илон здесь. Илон первый раз в жизни играет на уж.
я стримлю вообще-то, меня смотрят люди. Я имею в виду, я не брезгую. Ты по всем уже бы нас скрывался, если говоришь. Он дорогой, нахуй. Открывайся со своего сильверейджа. Мне надо с ТП одного героя убить. Возьму первого. Выкуплюсь. Один из двух, чувак. Фу, одного не хватило. А, и тебя одного не хватило, в общем-то. Ну, тип, ну тебя что-то не так не грустило. Что ты просто не грустил так сильно. Шо. Вич-доктор тип. Так а мой джи, да? Самый пацан. Че? Это уважение. Вот это, кстати, заслуженный тип. Вот это заслуженный. Не хухры-мухры, а заслуженный тип. Да. Это не та хуйня, что мы вот между собой затри. Это реально заработанный полтин. Да. Намиране. Да, на одну вообще без как раз последнюю можем сегодня сыграть. Давай покажешь, на что ты способен. Приспособлен. На что ты будешь приспособлен. Ну тут я за Пашу, конечно, не обещаю. Так, у меня тут есть килл-ассист после юлов.
Прок. Мне надо, короче, либо Еула, либо телепорт. Ну, это тинкером, блин, каким-то надо учиться играть, чтобы после телепорта делать киллов много. Не, на самом деле я и Баунти Хантером такой же сделаю. Ну просто мы с Вити играем, тут надо керить нахуй. А ты на Silver Edge будешь, да, пробовать выполнить? У меня, по-моему, выполнил этот костик. Блин, может, вот ты хочешь мид? Я хотел алхимика мид. Такое не очень. У меня просто не на него All Hero Challenge, понял? Ладно. Сларк с Бладторном, значит, решение наше. И буду сайленсить enemy героев на 40 секунд. Идем. Я рабов феном не взял. Я пока не... Не, я всегда почти на первом левеле беру паунс. Я еще и мискликнул, купил батарейку сразу. Блядь, не в ту сторону. Ну, Витьку отдали на всякий случай. Со мной вверх. Мне, кстати, с замедлом был на первом ноуле. Yeah.
Витя, бобра мне. Спасибо. Пиздите экспу, а врагов нет. Нужен вард, бобер, и надо уходить. Вот он фармит там лес наш. Бей его медведя, он с медведя же куча денег. Стак отвод. Просто так стоим, ничего не делаем. Без этого самого мы не убьем. Витя, стак отвод, ты просто так стоишь, не дерешься с ним, ничего не происходит. Варда нету, банки мне нету. А теперь ты просто туда-сюда бегаешь и бьешь крипов зачем-то. Боже, ты какой-то бунтарь, ты зачем туда ходишь? Вот скажи мне. Right.
Где моя банка? Вот нахуй ты меня на линии, я тебе говорю, уйди, не бей крипов, просто уйди, я не могу 6-й, блядь, левел получить. Ну ты ходишь, баунти, не баунти, банка сейчас приедет, да не нужен ты мне тут, уйди. Вити, он просто нихуя вот дрочит здесь уже минуту две. Классно, зачем? Делай что-то полезное. Он убеет друида, например. Че ты на 6-м ульту не вкачал? И шо, надо было другой скилл вкачать? Ты не мог вкачать первый еще раз. В смысле, ты на 6-м левеле первый скилл не можешь вкачать на 7. На 4, в смысле. У тебя в любом случае на 5-м левеле вкачан на 3. Ну, ты не мог его на 6-м вкачать на 4. Зачем? А, на 5-м ману качал? При том, что против медведя ульта самый важный скилл. И ты опять сюда пришел? Нет врагов, ты не понимаешь? О, он мой... Лиджан. You can kill him. Не знаю, Делина, но фантомка у меня. У кого мидас? Угу.
Да. Все как надо. Привет, привет, новопришедшим. Вижу Нарышана, пожалуйста. Да, наверное, да. Я ж тоже, ты ж понимаешь, не засалил, блядь, никого. Блин, а какая у меня видеокарта? Это, конечно, блядь, вопрос. Все, посмотрим. Какая у меня видеокарта? Чик. Шестьсот восьмидесятая у меня. GTX 680 сли. Точно, победа 35-й.
Ну я, кстати, 7 секунд насалил. 33 to go, блядь. Ну там Дезоль БКБ, кстати, она нас четверых может и запиздячить, в общем-то. С Омником-то вряд ли, конечно, но... Бьет. Клэп, мисы. Блять, он сам провтыкал, что он 20 минут. Зря я мог их всех посайлентить. Салам добил. Не, ну они без айтемов, конечно, но мне их надо насайлентить. Ну не убивайте их.
Please don't. Don't, please. Ему надо наворачиваться от ударов просто. Идеальный стрим просто. Бей его. Блин, ну это нечестно. Я так нахуй на... Ну кто так делает? Я уже просто на два сейчас сделаю. Очень интересный стрим, блять. Уворачивает от ударов. Веселое занятие, блин. Я на два уже сделал. Дружба, блядь, планетарного масштаба. Такие все разошлись. Блин, я не знаю, это очень смешно. А ты есть прокопать бабли... О, чтобы я регенился там. О, все супер. Отличное место. Есть, блядь, 101 секундочка. По одному нам выводит, пацану. How to heal enemies. Можно я? Мне, пожалуйста, одного. Все, я сделал. Витя, не убей пацана! Ладно. Бум. Да все уже. А, ну ты написал, что тебе все.
Пошел пушировать. Мы еще и до 35-й могли бы выиграть, в общем-то. Но так мы зато все квесты поделали. Гибей Рошана. Мы спидой, так спидой вообще немного, да? Долго его бить, конечно. Морально победили прямо. Вот это Витька дает, конечно. Чего?
все, уже никак-то не успеем. Вот это партия, пацаны. Вот это партия. Как типнуть этого братишку? Тупо плюс 50 просто так. Плюс 200 просто так. Боже, какая замечательная игра. Я даже рулайку кручу, господа. На стрим кручу рулайку. The wheel says... Magic talking wheel? Нашу давай, Сет. Stellar Jade какой-то. You won. Does anyone lose? На морфа, все, играем. Подожди, может он денег стоит? Мификал? А, рарный, да? В смысле, просмотри. Это как делать? Маркетинг? Будешь делать маркетинг? Да. Аналитинг. Stellar. Называется Stellar Jade. Это угли? А дай хуй с ним, хватит курить уже, блин. Только курить. Stellar Jade. Русских? Нажми, Витя, быстрее, Enter. Ну, я морфом, вы поняли. За 6 рубасов. Почти аркану накрутил. Ух, сейчас, блядь, раздадим морфом за 6 рублей. У нас пацан на Nokia есть. Все, я странный, очень странный морф. Ей. Морфом, кстати, не знаю вообще, сколько раз я играл. 2. Стандарт морфлинг гайд. Да. Пойду гляну, сколько я морфом играл. Heroes. Блин, как это сделать? Как в морфа найти в списке героев, блин, надо добавить. Морфлинг. Последний раз я играл 14 ноября 2015 года. Всего играл 3 игры. За всю жизнь. Но... А, полтора года назад я играл последнюю, а до этого играл... Недавно, в принципе, достаточно. 16 мая 2012, в общем-то. То есть, в принципе, нормально. Но при этом у меня хороший винрейт на морфе. 66.67%. Сейчас будет либо 75, либо 50. Как бы. В этом матче все решается. Я изи. Паш, коми. Нет? Blood stage.
Prepare for battle. Тут я, наверное, перестартну дотку. А то она начинает иногда тормозить у меня почему-то под стримом. Ливер какой-то попался. Витька играешь? 30 seconds to battle. А ты кем, Пашка? А, петух. Красивый. Витькин, известнейший сайленсер этот. Инвокер санстрайкнул. Ну, отличная работа, господа. Брат, мне ничего нет. Спасибо. Да, да, да. А я учусь, я же не умею, не, даже не знаю, как какой не бинды, поэтому я изучал, как ее переключать. Я же не думал, что вы тут собирались врываться ко мне на первом уровне. Поэтому теперь вы знаете, что у меня пассивка на первом левеле, и решили не дать мне второй левел, да? Пытается на мины отвести нас. Да есть, есть, вот тут бомба. Ты что, найдем? Я хотел свалить и при этом надамажить. Аллаху Акбар! Так мы ее уже дважды разминировали. О, Витька мне банку несет, спорим? Конечно, нахуй. Я не пойду, идите. Да я сейчас уже Ring of Hell возьму. Тут просто пиздец, сколько грибов. Виктор, Аллах Акбар. Там стоял, видел, да? Тебе нельзя быть таким умным, нахуй.
Что там крипово отвел так странно? Убить. Нельзя убить. Аллах Акбар уже здесь. Все, ради Витькина ума работаем просто. Всей нахуй командой. А тут, братан. Лоу хпшный, кстати, достаточно. Показать тебе его? Витя, ты вообще унесешь только? Палата целая нахуй ума. У вас же уже есть у кого-то мана-ботиночка, да? В скобочках нет? Одимис, guys. Сказали. Мисс Оди. Стакни. Не успел. Мог же. Там Аллах Акбар, он видел. Не будет он своим. Я хочу, но нет. Он же тоже летающее говно. Че я за квест делаю? Никакой. Да. Угу.
What do you mean? Я хоро, хайве. Мелохок бар там какой-то у нас за нас. Careful, they have bomb. Ебать там 3 ТП. Не понравилось. Пуш вообще по стоячему лечу промахнулся, так ранжи на 400 где-то. Он тут стоит, он туда хукнул, я не знаю. Было так себе. И 3 ТПшки, чувак. Это нечестно, мне кажется, даже. У Магнуса... Блин. Yes, sir, they have bomb. Your bottom tower is under attack. Yes. Внизу. Вообще так себе, да. Вот D5-0. Квадок, чтобы УД подарить. Your bottom tower is under attack.
Х помогает, ЕС помогает, и то помогает. Сайленс на крипов распространяется. Глобал тоже, да. Не, у нас пуш сильно плохой, и проблема в том, что они нас наубивали уже не слабо. Я 7 раз. Всегда в 2 раза больше, чем все остальные умирают. На этой хуйне сможем выиграть чуть-чуть. Покатался Пашка. Спасибо, братиш. Ну, я по 140. Thank you.
вроде бы у меня, блин. Давай, давай, тебе коробы. Паша. Не, не будем его. Попробуем. Почти получилось. Ой, тут вард только что закончился.
Careful of the bomb, guys. Такое себе. Там уже так, таким умным уже нельзя. Hey, Labby, with the jam. We need jam late game, okay? Jam просто. Ты еще ни разу не умер? Ебись.
У меня доэтерила совсем крапаль. Да, еще и спектровская, и спектро я тоже фармлю. Вообще элитная, она как раз Радик взяла, я этого ждал. Шодогун куплен. Магмас хер, керпер гад. Магнус ульт. Нас три ульты дали, короче. Ульту Магнуса, ульта Лича и ульту ОД. Ну я ОД не ваншочу по дереву. Хотя я, конечно, не в полной перекачке. Витя, кстати, ульту не дал. Когда мы в ВД прыгали. Блин, там вообще вот так. Витя, ветерки. Почему?
собирал батарейки, зачем ты начал собирать? Собирал, они у тебя были. Там в быстрой покупке. Я ничего не делал просто. Хекс, БКБ, Скади. Думаю себе. We need dust. Я в shadow late. Ну, по Магнусу нужен вижен, действительно. Там просто, ну, да, руками в основном пиздить уже. Under attack. It's mine. Coin. Мид. Пока УД живой, УД живой, УД живой. Сентри, we need сентри.
Дошечку забрал. У меня просто FKD тревела. Ладно, я буду. Если мы проиграем, не спешно за стволом, можно мега гриппа гулять, отдыхать. Hokem. Good job, back. Блин, ну я уже не могу выкупиться. Ну, они тауэр пока только, наверное, забили. Хотя Магнус. Заберет мид. А, инвокер сейчас же. Тогда не заберет. Миллиард контрвардов здесь вот нужен. Нет, ну уже нам не надо было. Ты уходишь,
Мне бы иллюз... Иллюз спектры мне нужен. А вон она. Там не на санаторе. Ну это минус мид. Хотя там чейс вроде или нет? Да, чейс. Я заберу браки. А, у меня мозги он забрал, да? У меня не было перекачки. 13 секунд до байбека. Я, честно говоря, не хотел бы. Не буду байбека. Нет, меня же убил ОД. Я был лоумана, а он прилетел и меня, ну, типа, своровал у меня ум. Да, я же тебе говорил, ты говорил, не убивай бараки, не убивай бараки. Там, боже, там Магнус и эти самые вдвоем убивают нас есть. Это правда. Да, я, кстати, наверное, уже ОД или Магнуса буду даже рип это самое. Репликей дэмэдж 130%, кстати, наносит. Хотя да, там очень много ОЕ. Бэка не будет, но я там вроде всех важных убил. У него сейчас будет ульт, у него сейчас будет ульт.
Боже, если бы он хоть когда-нибудь попадал ебучими руками. Просто хоть когда-нибудь. Дабл кил? Эх, там... А чем Лич выхилился, простите? Нету и слотов. Но раз на раз УД меня не убивает. Я его вообще изи уничтожаю. Раз на раз. Что приятно. Но у меня уже нет слотов. Ну, я, наверное, пику там поменяю на какой-нибудь, я ебу что. На что? На что я могу это поменять? Нет, скорее я тревела буду в стэше носить. Пика мне нужна. Глобал был ни к чему. Did you see now, no dust, guys? Dust better, man. No buyback. If you die, it's GG. Братюня, не могу никаких. No buyback. Понимаешь? Они только что убили моего спектра. Чекай, ты за фокус ОД, его убили так вефик, пауто. Почему это выпито? Спорим, Витя замерял скорость, блядь. Silencer? Ну не стоящий. Он убил что-то. And now we can see the bomb now. We have fucking 100 bomb. Careful, he half shot. Если люди умирают. Первый раз говорил, не ходи один. Ходи по линиям, не в парни. Я на всех.
Let's take Rosh. Guys, take Rosh. Агнус миллиардный раз пытается меня зацепить. All mid, please, all mid. Да, убивачка будет. Да нет, ты на реплику только что. Спектру я добил. Вот кого ноль. Безопасность попал, да. Конечно. Ну, у нас байбеки есть, у меня его инвокера.
Ге-ге. Все-таки 75%, а не 50. Раз в 4 года на морфе. Блять. 2012, 2014. Ревардочки попозже выдадут нам. Тип ну Пашку. Он все-таки рутал всех нам. Нажимал на кнопочки. Блять, не посмотреть даже на творсики эпические. 3 часа ночи, нахуй. Правильно? Да.